делание выводов. Далее, нельзя говорить слова, которые не несут никакого смысла. Почему? И что это такое? Вот смотрите, допустим, у меня есть сантехник, который неправильно прикрутил унитаз. Я пришел и говорю этому сантехнику: ты идиот. Скажите, что я ему сказал? Давайте я скажу. Ничего. То есть из этих слов он может понять, почему я недоволен. Давайте из этих слов он может сказать, что мне, что меня не устраивает. Из этих слов вообще что-нибудь понять можно? А что необходимо делать? Необходимо сделать так. Я должен ему сказать: то, что вы сделали, мне не подходит. Вы неправильно, по моему мнению, прикрутили. То, как это работает, меня не устраивает, так как я думаю, должно быть так-то и так-то. Вы представляете? Именно поэтому, когда вы воспитываете детей или с кем-то разговариваете или что-то делаете, услышьте, что вы говорите. Очень часто люди произносят такие слова, которые ничего не обозначают. Они не имеют никакого смысла. Маты имеют смысл? Нет. Негативные высказывания очень часто имеют смысл? Нет. Почему? Они не решают задачи, не решают никаких вопросов. Получается, любое негативное высказывание, которое оскорбляет, не решает вопрос в самом начале. То есть, когда человеку говорят: ты достал меня, ты дебил, то нужно объяснить, почему достал, что вы имеете в виду в этом случае. Почему я так говорю? Некоторые люди очень часто принимают жизнь так, как будто все окружающие люди их телепаты. И каждый человек должен понимать, что они думают в этот момент, или как они поступают, или что они думают. У меня дочка Роза, и вчера произошло.